В России начинается традиционный сезон отпусков, и люди решают, как его провести. Именно отпуск позволяет нам полностью забыть о вялости, скуке, ежедневных хлопотах и раздражительности. Как заявили туроператоры, продажи идут активнее, чем в прошлом году. Традиционно самым популярным направлением для отдыха россиян летом считается побережье Черного моря, отметили эксперты. Причина проста – это ближе, удобнее и дешевле. Но есть также и те, кто предпочитает дачный отдых или поездки в соседние регионы. А как планируют проводить отпуск тверичане? Мы в лагерь поедем. Да. Внучка будет в лагерь, ну а я уж на подмоге буду помогать. Буду здесь отдыхать. Наверное, может быть, на море. У нас. Может быть, в горы у нас, конечно. То есть, планируете отдых в России? В Твери, в Тверской области. Планируем сказать «да» и полететь в Дубай, конечно, но это все, как тебе сказать, как вам сказать точнее, ну, мечтаем об этом. Вот. А так в Сочи, как обычно. Поеду куда-нибудь в деревню, в речке купаться, как обычно. Уже съездили в Белоруссию, отдохнули, сейчас в Питер поедем. Мы собираемся быть вожатыми в лагере пришкольном. Вот. И также ходить в всякие аттракционы, мы вот тоже сейчас будем ходить. Вот так вот. Да, в принципе, все то же самое. В любимой Твери. Да, в любимой Твери. В Твери матушке. Рядом с Волгой матушкой. Гулять. Гулять, да. Купаться, общаться. Вот, проводить с кайфом. Большинство тверичан предпочитают этим летом наслаждаться отдыхом в Верхневолжье. Туризм в нашем регионе сейчас активно развивается. Гостям предлагается более 300 вариантов размещения, включая отели, кемпинги и глэмпинги. В Тверской области функционирует свыше 170 музеев, более 50 объектов сельского туризма. Работают 30 региональных туроператорских организаций и более 100 аттестованных экскурсоводов. В любом случае, отдых зависит от ваших интересов. Но куда бы вы ни отправились, главное, чтобы он подарил яркие впечатления и позитивные эмоции.